Ящик какой-то тяжелый, бля. Ё-моё! Смотрите, медь. Медяха. Медяха, офигеть можно. О-о-о. Машина едет. Вот это мне фартануло, блин. Вот это мне фартануло. Я, конечно, не электрик, но это медные шины. Откуда они тут, блин, вообще? Обалдеть, смотрите, медные шины. Это медяха стопудово. Заначка чья-то. Может, какого хуторянина, блин. Сваливаем отсюда. Ты ж надо так фартануть, блин. А? Какая тяжелая. Офигеть можно. Шины реально медные. Ой, это сразу палево назревает. Посмотрим сейчас побыстрее. Офигеть, смотрите, какие здоровые, блин. Вот это да. Вот это шина. Блин, откуда они стырены, откуда-то лечу, блин. Не знаю. Это вообще обалдеть. Наш ящик поломался, смотрите, ребята, прогнил. Гвозди прогнили, ящик-то поломался, пока тащил. Вот это навар. Ладно, потом отнесу ящик. Только бы никто не поехал бы. Это местный бы увидит. Скажешь, ну-ка покажи, что у тебя там, блин, чемоданчик, блин. Ну-ка скажут, дядя, покажи. Чего несешь? О, сколько меди. Прикольно. Ну что, друзья, вот наша медяха, наш наварчик сегодняшний. Сейчас мы это дело взвесим на весах. Посмотрим, сколько весит все это дело. Так, ставим на весы. Так, ни много ни мало у нас получилось 19 килограмм и 100 грамм. Чистая медь. 19 килограмм, 100 грамм откинем в рюкзак и получится 19 кг.